Алексей Потапов был одним из ведущих игроков футбольной команды «Искра», являлся меценатом, а друзья и коллеги называли его настоящим фанатом спорта. В 2015 году состязания памяти энтузиастов футбола прошли уже в 7-й раз. Все предыдущие турниры проводились на футбольном поле в Центральном районе, а нынешний впервые состоялся на стадионе «Спутник». Мы решили провести турнир в новом формате, то есть до этого был мини-футбол, как вы знаете. В этом году решили большой футбол провести. Вот как получилось, я думаю, что получилось удачно. Изменилось и число команд-участниц. За награды, в том числе и денежные, вели борьбу 4 дружины. Одна из Новокуйбышевска – «Торнадо», и 3 из Автограда – «Лада Тольятти», «Искра» и «Сдюшор Лада». Впервые в мемориале участвовали команды, играющие на уровне первенства России и чемпионата Самарской области. Игроки многих других любительских коллективов в этот день выступили в качестве болельщиков. Во встрече за третье место сошлись футболисты тольяттинской «Лады» и новокуйбышевского «Торнадо». Победу со счетом 5-0 одержали хозяева поля. В финальном матче уверенно выиграли укротители кожаного мяча из команды «Искра». Они сумели поразить ворота «Сдюшор Лада» дважды. Обе команды молоды, молодые люди играют, желающие повысить свое мастерство и где-то поиграть на более высоком уровне. Мы чуть-чуть постарше на пару лет, наверное, наша команда, поэтому доминировали мы, конечно, на поле, и это естественно. Главным итогом турнира памяти Алексея Потапова можно считать не только определение команды-победителя и лучших игроков в своих амплуа. Не менее важно, что память о человеке, внесшем огромный вклад в развитие тольяттинской «Искры», жива и по сей день. Мы очень благодарны нашему руководству, которое сделало этот турнир. И мы действительно получили хороший опыт, хорошие были спарринги у нас, хорошие соперники. Альфия Ярулина, Валерий Мальков, служба информации ВАСТВ.